Каким запомнился 2020? Главным событием 2020 стало открытие нашего уникального образовательного центра. Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. За полгода работы команда ЦОП реализовала интересные проекты, расширила круг партнерства и зарекомендовала себя как новый проактивный элемент в системе образования региона. Сегодня мы хотим представить итоги ЦОП в цифрах. Разработали 15 программ опережающей профессиональной подготовки. Совместно с профессиональными образовательными организациями республики обучили более 9 тысяч человек для трудоустройства в отраслях строительства, дорожного хозяйства и здравоохранения. Организовали обучение 322 граждан предпенсионного возраста по цифровым технологиям. 2159 слушателей прошли обучение на разработанных курсах ЦОП. 11% населения республики в возрасте от 12 до 65 лет приняли участие в мероприятиях и программах ЦОП. Более 16 тысяч граждан всех возрастов охвачены профориентационными проектами. Более 9 тысяч школьников стали участниками масштабного проекта по выбору профессии «Билет в будущее». Более 30 школьников получили первую профессию. В рамках государственной системы предоставления персональных цифровых сертификатов 452 жителя бесплатно освоили цифровую компетенцию в лучших образовательных организациях страны. Запустили контент-проекты «Профессионал», «Профхаки», «Проектный час», «Люди ЦОП». Провели первое республиканское мероприятие «День профессий будущего». Запустили сообщество неравнодушных людей, создающее новую систему профессионального самоопределения. Заключили 53 соглашения о сотрудничестве с организациями образования, предприятиями и институтами развития. Совместно сделали первое доброе дело. Оказали гуманитарную помощь социальному центру «Поможем вместе». 2020 год стал для всех нас непростым. Он требовал принимать трудные решения и в то же время подтолкнул нас к позитивным изменениям. С уверенностью можем сказать, что уходящий год дал нам новый опыт и сделал нас сильнее. Пусть новый 2021 год принесет нам новые возможности, перспективы и достижения намеченных планов. Обучайтесь, развивайтесь, реализуйте ваши навыки и проекты вместе с нами!